Именно во время поцелуя происходит уже первый контакт, когда клетки эпителия со слюной попадают, наша иммунная система прямо считывает, вот, мы подходим или нет, генетика работает очень мощно. Угу. Работает? Да. А если не работает? Вот здесь биологический маркер, если запах, вкус партнера вам не нравится, да, это можно преодолеть, можно путем длительных, напряженных усилий. Стоит ли? Угу. И гарантии нет. Напряжение. Там будет много напряжения. Это можно преодолеть в психологии. Можно, но нет гарантии, что вы вообще это преодолеете. И нет гарантии, что к тому моменту, когда вы преодолеете, вы будете этим довольны. Вообще потомство будет, не будет. Тоже, да. Поэтому вот это важный маркер.